Так, всем привет, и сегодня у меня, однако, на обзор попал телефончик Nokia 6303 Classic. Вот. И с данной посылочкой я несколько разочарован. Также еще у меня есть вот такой корпус китайский. Я его чуть позже покажу. Вот. И перейдем же к самому телефону. Так. Коробка у нас, короче, нокиевская, типа, в принципе, выглядит нормально, как по мне. Тут у нас все имеющиеся там всякие картинки, надписи, в общем, все дела. Original accessories там написано, в общем, ничего особенного. Так, внутри у нас мануал не цветной. В оригинале, по-моему, раньше цветной был, если не ошибаюсь. Короче, узкоглазые решили сэкономить на бумаге, вернее на цветной печати, и напечатали тут себе мануал черно-белый. Так, у нас зарядка тоненькая, наушники обычные с гарнитурой, потом USB кабель, у нас тут microUSB и сам, конечно, телефон черного цвета. Так, это все кладем в стороночку и смотрим сам телефон. Так. Вот такой вот у нас телефон. Так, спереди выглядит хорошо. Мне нравится. Вот. Сзади, в принципе, тоже неплохо. Тут пленочка. Ну, тут такая пленочка, конечно, на камере, что просто, я не знаю, можно было бы ее не цеплять. Вон, посмотри, какая вообще маленькая. Прям под сам кругляшок. Короче, вот такие вот дела. В принципе, телефон нормальный, все вроде так ничего, зазоров таких особо тут нету, все красиво, в общем, мне нравится. Так, сейчас мы включим, посмотрим, что у нас там. Сим-карта не вставлена, хорошо, подтверждаем. Звук хороший. Так, отлично, так, все запустился у нас. Вот у нас менюшечка такая. Тут даже подсвечивается что-то. Хорошо. Так, теперь зайдем. Надо ж яркость типа как-то повыше поставить. И что? Настройки. Русский язык здесь уже стоит. Темы. Так, подсветка. Включить. Хорошо. Включена подсветка у нас. Так, смотрим, что у нас дисплей. Фоновый режим, туда-сюда, главный экран, самка. Так, это не то. А где же яркость? Где же языковые настройки, блокировка? Так, ладно. Может, где-то пропустил. Беззвучный режим, темы, выбрать тему, не надо, сигналы. Так, дисплей, фоновый режим ожидания. Короче, фиг его знает, я уже не помню, где здесь этот самый... Светка, где же ты? В общем, неизвестно, я уже не помню, это надо лазить искать, это будет долго. В общем, все, Bluetooth еще что-то включен. Кто-то включил Bluetooth, но это, в принципе, нам пофигу. Короче, такой телефон, в принципе, как бы сказать, по качеству, ну, неплохое качество, есть, конечно, зазорчики небольшие такие, вон. Вот, ну так как корпус не оригинальный, ну это нормально, в принципе, это нормально. Внутрянка сама вся оригинальная, то есть корпус, понятное дело, что это refurbished, восстановленный телефон. Вот, так что, скажем, звезд с неба хватать не стоит, ну в общем, вполне ожидаемо. Вот эти вот щельки, допустим, здесь если присматриваться, есть такая вот щелька, да. Здесь, в принципе, лежит неплохо. Здесь сбоку такой щели нету. Вот крышечка какая-то неровная получается. Вот, а так в целом, в принципе, нормально. Все работает хорошо. Вот, я, кстати, перед тем, как снимать видео, уже распаковывал его. Что-то у меня как-то руки чесались, полез. Вот. Проверял там на сим-карту, на все остальное. В принципе, все это дело работает. Нормально, переживать не стоит. Все динамики все работают, микрофоны все работают. Все нормально. Камеру только не тестировал. Сейчас посмотрим, что тут с камерой.
Так, запустилась наша камера. Так, ну фотографирую что. Чё бы мы не фотографировать, да? Так, удаляем эту фоточку. Обработка функции недоступна. Чё за дела? Ну ладно. Это такое дело. Вот, такое, в принципе, короче, качество удовлетворительное. Юзать можно. Своих денег явно стоит, потому что телефон стоит, короче, $37. $37 это, в принципе, недорого. Хотя, как посмотреть, сейчас, допустим, Nokia 3310 новая вышла, то она стоит $49 или $55, что-то такое. Вот, так что. Но, в принципе, камера здесь 3,2 мегапикселя. Там, по-моему, тоже не особо большая камера. Как бы звонилка, что та, что это, в принципе, пофигу. Мне как-то они одинаковы. То есть это не смартфон, который там должен выполнять определенные функции вместо компьютера, да? Вот, а обычная звонилочка. Батарею он держит гораздо дольше, чем любой из наших смартфонов современных. В этом я не сомневаюсь. Вот, звук, кстати, здесь хороший, все остальное здесь хорошо. В общем, все, что хотел, сказал по этому телефону. Нормальный телефон, пользоваться можно. Не считая, если вы, конечно, там перфекционист прям такой, не считая, если вот этих вот щелек небольших и всех остальных вещей. Опять же, остальных, я имею в виду щелек. Вот, то, в принципе, нормально. Пойдет. Пойдет телефон. И что касается корпуса, который ко мне приехал. Это просто полный пипец какой-то. Корпус говно ужасное. Вот, здесь, короче, вот такие вот кнопочки у него, если видно на камеру, кривые. Вот, реально кривые кнопки. И плюс они еще утоплены как-то туда, вообще непонятно. Такое ощущение, как будто надо, знаешь, ногтем нажимать. Корпус меня, конечно, разочаровал. И самое ужасное, это просто пипец. Это посмотри на эту крышку. Если видно, тут просто полный. Она, короче, не по размеру, она меньше, чем обычно, оригинал. Она реально меньше. То есть такое ощущение, как будто китайцы, блядь, не слепок делали, а взяли просто с картинки, перерисовали крышку, короче, и вот такое вот говно получилось. То есть корпус вообще фуфловый до ужаса. Если кнопки я еще, ну, можно вытерпеть, то есть это как бы не самое такое ужасное, но крышку, блин, заднюю такую хреновую сделать, это просто, это верх дервимизма. Говнище полное. Такой, блин, корпус взять этим китайцам на голову натянуть, потому что, ну, реально фуфло. Как можно было такое говно сделать, я не знаю. Разочаровал меня корпус. А стоит он, короче, порядком $10. $10 стоит это говно. И что, которое, блин, задняя крышка ни хрена не подходит, короче. Вот, и поэтому надо искать где-то другую заднюю крышку. Вот, только я боюсь, что если другая какая-то китайская крышка, даже если попадется новая, заказывать где-то, допустим, да, то что она может тоже такая же быть, корявая. Или, блин, я не знаю, брать уже с какого-то оригинала, шлифовать ее там от царапин и все остальное. Ну, в общем, хрен с ним, короче, пришло говно, так мать его. Так уж и быть. В жизни, скажем так, не без потери. А вот это вот телефончик нормальный. Вот не знаю, вот качество, в принципе, вот этого корпуса и того вот отличается очень сильно. Причем же кнопочки здесь ровные, зазорчики, в принципе, есть, но они небольшие. Вот, так что меня этот телефон устраивает. Вот такой вот у нас небольшой обзорчик был. Nokia 6303. Все. Всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Всем пока.